кустов, наверное, 30. Мы их выращиваем в теплице, вначале в опилках. Вот семена в опилке, в ящик в опилке. И вот они, когда зайдут, мы их пикируем в баночки. И в теплице они стоят, вот в этой теплице. Вот. А потом, как тепло стало весной, мы их высаживаем из этих баночек. И они не вянут, и приживаться им не нужно, они там уже в земле, корневая система не нарушается. И вот посадили, и все, и укрывным накрыли, укрывным материалом. Ну, в случае заморозков. И все, и вот оно растет. И вот такие вот получаются арбузы у нас. Там некоторые говорят, что нужно пасынковать, то есть обрывать там верхушки. Вот. Я ничего не делаю. Вот так вот все зарастает, а потом, когда ботва маленько зажухнет, уже станет это. Ну, в общем, период кончится вегетационной вот, ботвы. И тогда арбузы видать и все. А сейчас хорошо, что он закрытый от солнца и не трескается. А если вот сильно вот, будет дождь сильный, да, и жара потом, он может треснуть арбуз. А так он закрытый от солнца. Ну вот с этого участка примерно я буду, скажу тебе, штук 40-50 будет. Грамма по полтора, по два, по три бывает.